Вот она моя хорошая, моя ненаглядная дорогушечка. Пора бы тебя подготовить к зимнему сезону, подружка. И это самая правильная мысль, которая должна возникнуть у всех любительниц и шуб, и дубленок. Но если с шубой более-менее понятно, то дубленка требует более тщательного ухода. Для того, чтобы ваша красавица служила долго, нужно весь год за ней ухаживать. И начнем мы с хранения. Дубленку рекомендуется хранить открытым способом на плечиках, твердых и широких. Изделия из искусственной и натуральной дубленой кожи не дружат с полиэтиленовыми чехлами и боксами, боятся влаги и моли. Чтобы дубленка не стала трапезой для последней, поместите в шкаф мешочки с лавандой, табаком или цедрой. В погожие летние деньки не отказывайте своей подруги в солнечных ваннах. Пусть повисит под ультрафиолетом и подышит свежим воздухом. Для защиты от грязи и влаги существуют специальные пропитки. Заготовьте арсенал побольше. Убирая дубленку в шкаф, не забудьте почистить ее каучуковой щеткой, хорошенько встряхнуть и удалить все пятна. Но если же вы этого не сделали, не отчаивайтесь. Вот вам несколько советов, как в домашних условиях можно привести дубленку в прекрасный свежий вид. Для начала осмотрите дубленку. Если обнаружите небольшие загрязнения, вам в помощь обыкновенная стирательная резинка. Дело кропотливое, но результативное. Справиться с пятнами побольше и засаленными, такие, как правило, появляются на рукавах, воротнике или карманах, поможет следующий рецепт. На полстакана воды добавляете столовую ложку нашатырного спирта и щепотку соли. Губку в руки и вперед. Ну вот, и пятна как не бывало. Ну а если же дубленка яркого цвета, как в нашем случае, то нам поможет справиться с нежелательными пятнами корочка хлеба. Да-да, вы не ослышались, именно она. Такой корочкой можно и обувь замшевую чистить. Цвет замши при этом яркость не потеряет. Если же вы приверженец профессионального ухода, тогда вперед в химчистку. Современная химчистка позволяет сегодня удалить такие пятна, как пятна часто крови или жировые пятна. Ну, то есть можно практически воскресить дубленку, сделать ее как новую. Со временем цвет дубленки становится тусклым, тогда свою подружку можно подкрасить. Дубленки мы не красим, как гладкую кожу, а мы тонируем. Тем самым мы просто вытягиваем изначальный цвет. Вот, допустим, вещь, какая была после химчистки, и вот какая она стала после тонировки. Как говорится, готовь дубленку летом. Пользуйтесь нашими советами и ухаживайте за своей красавицей правильно. И она прослужит вам верой и правдой не один год, и нами это проверено.